Этим летом белорусским бабушкам пришлось освоить такую технологию, как VPN. Где-то в белорусской деревне. Алло, Света! Все, 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 не могу говорить! Я в Австралии! Девушка мечты, в этот вечер не со мной осталась ты. Я тебя... Не, вы не подумайте, ребята не навсегда ушли. Для прохода финала они подготовили номер «Бомба». Сам не видел, сейчас вместе посмотрим. Это все завод! Это все завод! Это З. Забавный. Это А. Артистичный. Это В. Веселый. Это О. Оригинальный. Это завод. Да вы в своем уме такое показывать? Кто это придумал? Как знал. Ребят, идите с этим номером знаете куда? Куда? Куда, куда? Шур, остань первый. Ага. Ага. Вот куда идите с этим номером. Мне, Даник. Да это вы в своем уме. Зачем для полуфинала что-то менять? Давайте лучше, как мы умеем. Ну что, жемчужные мои, под ваши аплодисменты. Заводские мужики, жизненно! Правильно, правильно, Кирилл. Я тоже своей девушке так и говорю. А ну-ка, закрой свои щи и вари борщи. Ну, давай. Вон! Ну какая девушка? У тебя девушки отродясь не было, ты даже подмигивать не умеешь. В смысле? Эй, детка, поехали ко мне. Поехали ко мне. Да, короче, все, ладно, что ты? А что, нормальную работу не судьба найти? А вам? Ты не подумай, я просто это мое хобби, клоунада. Так-то я таксист. Поэтому... Тань, у тебя папа какой-то неадекватный, короче. Так, слышишь? Я тебя сейчас пополам распилю, потом тобой из пушки выстрелю, потом привяжу к мишени и ножами закидаю. Так это не страшно, это фокусы. Не страшно, когда это фокусник делает, а когда это клоун делает, это ужасно. Тань... Слушай, мне кажется, или вы со своим папой не очень-то и похожи. Да приглядись, мы же как две капли воды. Это же моя кровинушка, моя ДНКшечка. Я Катюху, Танюху. Натаху еще вот такой. Короче, все! А многие звезды даже не догадываются о том, что их песни используют в качестве рекламы на региональном телевидении. Как это происходит, мы вам сейчас покажем. Моя правда, мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Контактный зоопарк на Луначарского 70. Перед входом мы снимаем с себя всю ответственность. Несмотря на милое личико, алкоголичка. Приходи на мисс железнодорожный техникум. У нас можно курить. Это пьяная любовь, никуда не деться. Федотова Любовь Николаевна, декан и по совместительству участница мисс железнодорожный техникум. Приходи. Разорву любовь на куски. Потому что сторож Михаил Палыч тоже участвует в конкурсе «Мисс Железнодорожный техникум». Приходите, будет заруба. Танцы, танцы, танцы.